дружеским футбольным матчем школьники открывают новый стадион в школе номер 14. Только месяц назад здесь был пустый, а сейчас, ну посмотрите, как красиво, как всем радостно, тепло и уютно. Хочется сказать, ведь спорт – это здоровый образ жизни, это верный путь к успешной и счастливой жизни. Несколько месяцев назад с инициативой организовать на территории школы спортивное ядро выступили родители и педагоги образовательного учреждения на встрече с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Михаилом Раевым, Надеждой Смирновой, Юлией Мамай, Татьяной Недосвети, Евгением Иноземцевым и Артуром Каримовым. Эту инициативу выдвинули жители нашего района на сайте «Химки. Интересно жить». И эта инициатива была поддержана нами, лидерами движения, было донесено до наших властей. И вот сегодня мы рады, что жители довольны. Для детей построили новый стадион, оборудовали беговые дорожки, установили новые футбольные ворота, а также сектор для прыжков в длину. Школа получила великолепное футбольное поле, новые беговые дорожки, прыжковую яму. Такие же работы ведутся на сегодня в 13-й школе. К началу учебного года обе школы получат прекрасные спортивные объекты, где наши дети смогут заниматься спортом. Это очень важно, потому что именно с дворового спорта, со школьного стадиона вырастают будущие олимпийские чемпионы. Днем на площадке будут проходить уроки физкультуры, а с 17 до 22 часов воспользоваться новым стадионом сможет любой желающий.